Приветствую всех! Для тех, кто не в курсе, в настоящее время я вместе со своей семьей проживаю в Индии, так как я вышла замуж за индуса. Сегодняшнее видео я хочу начать с вопроса. Скажите, пожалуйста, с чем прежде всего у вас ассоциируется эта страна, Индия? К моему большому сожалению, у большинства Индии ассоциируется прежде всего с грязью и с мусором. Подтверждение этому я получаю каждый день многочисленные комментарии нелестного характера на этот счет. Это чуть ли не самая большая проблема в Индии, которая остается нерешенной уже целые десятилетия. Какие факторы вызвали эту проблему? Да их очень много. Во-первых, это огромная численность населения в Индии. Во-вторых, само отношение индийцев к чистоте. В-третьих, это устарелая система уборки отходов. Сейчас мы находимся на свалке, кстати. На эту тему можно снять целый сериал. Но сегодня мы лишь коснемся этой темы. Я расскажу вам, какие меры предпринимаются в Индии, а конкретно в данном месте, где мы живем, в Матеране. Так что смотрите, оставайтесь вместе со мной. Сегодня вас ждет очень интересное видео. Все, я не хочу здесь больше оставаться. Побежали отсюда! Индийский премьер-министр Моди в 2014 году дал старт массовой кампании «Чистая Индия» – «Клин Индия». Он стал премьером, призвал граждан к очистке страны от мусора, сам подмел несколько метров улицы в Нью-Дели и пригласил присоединиться к кампании еще 9 известных людей. А те, в свою очередь, должны присоединить еще каждый по 9 и так далее. Ну, вот такая вот система пирамиды. Политический лидер Матерана, вот эта вот женщина, добилась у государства средств, которые она хочет направить на решение проблемы загрязненности данного заповедника. Так что, дорогие зрители, приглашаю вас подписаться на канал, и вместе со мной мы вместе посмотрим, к чему приведет эта акция, и как будет выглядеть Матеран в скором будущем. Каждый день Матеран убирают вот таким вот образом. Вот видите, вот такая вот острая палка с острым концом. Этот молодой человек нанизывает мусор и выбрасывает его в мешок. Сейчас мы подойдем ближе, спросим, сколько он зарабатывает, сколько он получает за этот труд. Hi. Say hi. I'm too want clean India. Sometimes I'm clean near our hotel place, where my children play. Я говорю, что я тоже принимаю участие в уборке Индии. Так, how, what is your salary? How much? 10,000. 10,000. Oh, very good salary. And you work every day? How many hours you work? Kitna ghanta kaam karte? 8 ghanta. О, у него, причем, короче говоря, он зарабатывает 10 тысяч рупий. Я потом напишу, сколько это в долларах. И работает с 7 утра до 2 часов дня. В принципе, очень даже хороший рабочий день, ну, недолго. И зарплата неплохая. Ну, видите, он... you live in Матеран? Матеран, конечно. А, ну он не в Матеране живет, а где-то внизу, там в небольшой деревне. He have wife, children. Family. У него двое детей, жена. But he look very young. How old you? Kikna years you? 40? О, ему 40 лет, а выглядит очень молодо. You look very good. And param, this job he found easily. Я спросила ему, эта работа досталась легко, потому что мой муж говорил, что подобное не очень-то легко. 14 years he work here. So easily found a job. What? How many years? 14 years. 1-4. 14 лет он работает, занимается этим трудом. Нашел его легко. Ну, не составило ему труда найти эту работу. They want us to save our media, this woman. Thank you very much.
Thank you very much. The train coming. Все, сейчас, ай. Вот, вот так вот убирают Индию каждый день. О, 16 человек работают в Матеране, убирают его. Но и все равно грязно. Вот я не пойму, почему, почему? Убирают же. 16 человек, как бы территория не очень большая, но все равно куча грязи. С чем это связано, непонятно. Кстати, вот здесь вы можете наблюдать такие вот специальные мешочки, которые здесь постоянно находятся для уборщиков, для дворников, которые собирают мусор. Они берут этот мешочек и туда складывают. В Индии убирают, да, каждый день я вижу, как убирают, но все равно грязно. Ну, идет сейчас борьба за чистоту. По телевидению даже показывают рекламу о том, что Clean India, Clean India, чистим Индию. Вот, вот эти вот женщины в зеленых сари тоже заняты уборкой территории. Окей, you know Ukraine? Yeah. Oh my God. Вот посмотрите, эти два мужчины принимают участие в очистке Индии, очистке Матерана от грязи. Вот сколько мусора они собрали за один день. Молодцы. So, say what you clean this all, да? Clean India. Да, так что и простые жители Матерана не остаются равнодушными к этой проблеме. Все взялись дружно убирать Матеран. Здесь мы видим, как семья, убрав около своего дома, сжигает мусор. Очень часто таким образом борются с грязью в Индии, просто сжигают. Это хорошо, что здесь мусор в основном только листья, а бывает, конечно, очень зловонный. Ну, везде стало намного чище, уже становится чисто-чисто. Так, а вот мы видим мусор, который собрался у нас в отеле. Каждое утро приезжает специальный человек, люди специально с тачкой и собирают со всех отелей мусор. Ну, как собирают? Они останавливаются в одном месте в одно и то же время, и туда надо принести мусор. Так, сейчас мы посмотрим, куда относят мусор наши ребята каждое утро. Так, вот это место, куда относится каждый день мусор. Вот эти мужчины здесь работают, собирают и потом отвозят куда-то. Похоже, что мусор сортируется. Так, ну вот, мы пришли на станцию. Сегодня приедут проверяющие. Посмотрят, как справились с заданием жители Матерана. Эти проверяющие приезжают в разные города и дают оценку. Оценку чистоте. Вот, посмотрите, в честь их приезда на станции вот такую вот красоту сделали. Очень красиво. Вот, из цветного песка вот такой вот красивый узор сделали. Да, интересно, конечно, смотрится. Такая красота, яркие краски на фоне обшарпанных стен. Действительно, Индия – это страна контрастов. Везде и во всем я это не перестаю замечать. Вот смотрите, раньше такого не было. Раньше никогда в урну не клали это, мусорный пакет. Парам! Вот. Опять какой колоритный мужчина пошел. Вот. Вот это вот еще один вход на станцию вокзала. Ну, это называется Ранголя. Таким образом украшают и вход в квартиры. Вход в дом. This is only Hindu tradition. Да, в индуизме традиция украшать вход в куда-либо, в помещение.
на праздники. Некоторые каждый день украшают. О, вот еще заметила новые мусорные баки. Раньше их не было. Смотрите, какие новенькие. Так, и вот посмотрите, рядом с этими мусорными баками стоит плакат. Вот такой вот плакат. Может, кто-то понимает, может прочесть, что тут написано. Ну, короче, это по поводу очистки Индии. И вот смотрите, тут каждый может написать о своей проблеме. Вот высказывают своих, типа как книга жалоб, да, на общее обозрение. Я, конечно, ничего не понимаю, что здесь написано. Ну, может, кто-то, правда, из моих зрителей поймет. Сейчас я. Может, кому-то интересно почитать. Так, а вот здесь на английском написали, что Матаран, ну, классное место, здесь природа натуральная. Короче, здесь это положительный отзыв о Матаране. Ну, как вам сказать, может, конечно, стало и чище, но это все понятие относительное. К этому вопросу надо подходить гораздо более серьезно. Ну, именно надо, мне кажется, улучшить дороги. Это они поубирали всю грязь, а дорога как была корявая, так и осталась. Куча камней, камни, листья, это считается не грязь, это natural. Ну, вот видите, вот это все... Это все не грязь. Это я у мужа сказала, ну что, говорю, убрали. А вот это что? Говорит, тют, а чего ты, говорит? Это же натурально, это камушки. Они убрали. Ну, так вы видите, тут даже и в перемешку с камнями всякие крышки, бумажки. Крупный мусор поубирали. Хотя я видела, ну, все вот эти вот работники, уборщики на протяжении этой недели ходили с огромными мешками мусора. Огромнейшими. Ну, по несколько мешков. Вот еще смотрите, как здесь высаживают деревья и ограждают вот такой вот металлической сеткой, защищая их от коз. Ну, наверное, от людей тоже. Обратите внимание, какая примитивная система канализации в Индии. По всей территории поселка мы видим вот такой вот ров, открытый ров. Вот этот мужчина сейчас убирает, так как внутри, кроме канализации, еще набросано очень много разного мусора. Но это не с унитазов канализация, это то, что мы моем руки, стираем. Это все поступает сюда. Запах стоит неприятный. В прошлый раз я показывала людей, которые работают на железнодорожных путях. И я говорила о том, что они получают очень большую зарплату в размере около 500 долларов. Мой муж утверждает, что этот мужчина тоже получает примерно такой же заработок. Но дело в том, что таким трудом в основном заняты люди низшей касты. Хоть классовая система сейчас в Индии стерта, но такие вот грязные работы все равно выполняют только люди низшей касты. И, как правило, они часто употребляют алкоголь. Но мой муж, я спросила, ох, нифига себе, такая зарплата. У него, наверное, там шикарный домина, мебель шикарная, машина, там все такое. А муж говорит, ну, скорее всего, он алкоголик. Скорее всего, он тратит в основном всю зарплату на алкоголь. Вот так он убирает эту канаву. Выбрасывает камни, а какой-то другой мусор собирает в специальный пакет. Мы видим, что у него одеты на руках перчатки, маска на лице. Ну, не знаю, на мой взгляд, этот мужчина не выглядит как алкоголик. Надо все-таки эту информацию выяснить. Обязательно выясню и расскажу вам подробности. После того, как этот мужчина очистил все от крупной грязи, он посыпал здесь порошком, антисептическим средством.
Я точно не могу вам сказать, что это за средство, но я думаю, что это не хлорка, так как хлорка имеет характерный запах, который мне знаком. Такая очистка происходит регулярно, обязательно раз в неделю это все происходит. Конечно, это очень важно, посыпать все здесь антисептическим средством, так как иначе может распространиться инфекция. В Индии за этим строго следят. Но я надеюсь, что в скором будущем как-нибудь это модернизируют. Все-таки уже цивилизация, надо, пора бы хотя бы покрыть что-то чем-то сверху, сделать какое-то покрытие, потому что неприятно, конечно, на это смотреть и нюхать. Ну что, дорогие мои зрители, сейчас нам вдвоем с Артуром предстоит нелегкая задача. Мы планируем спуститься вниз и посмотреть, куда же вся эта кака спускается. Оставайтесь вместе со мной и вместе увидим что-то интересное. Так, вот мы видим продолжение этой канализации. Не знаю, видно вам или нет, вот такой спуск, трубы вот сюда стекает. И течет. Дальше мы посмотрим, куда течет. Вот, между домами. Мы, как вы знаете, живем на... Вообще не мы, вся деревня находится на высокой горе. Это все стекает вниз. Вот, смотрите, по дороге нам встретилось очень много обезьянок. Вы видите? Они заглядывают в эту канавку и смотрят, может, кто-то туда выбросил что-то вкусненькое. Потому что часто используют эти канавы как урны, так как урн не очень много. Так, вот мы подошли ближе к общественному индийскому туалету. Я так понимаю, что здесь одно помещение для женщин, другое для мужчин. Но сейчас строится новое здание туалета. Вот это новый туалет, вот посмотрите, как тут все... Красиво. Окно еще не до конца, так понимаю, недостроено немножко. Ой, смотрите, каких мы ребятишек встретили. Что-то они, походу, дерутся. Наверное, братик с сестричкой. Похоже, что моему ребенку эта затея не очень интересна. Он постоянно сопротивляется. Артур, надо. Я пообещала зрителю, сынок, потерпи. Вот, посмотрите, докуда мы дошли. Мы спустились очень низко. И вот смотрите, вот оно все стекает из трубы. Что-то из трубы, что-то не из трубы. Вот сюда, вот, в природу. Дальше, наверное, уже идти не будем. Вот такой вот мы видим здесь водопад. Водопад и куча мусора. Здесь, походу, уже мусор давно не убирали. Clean India. Дорогие мои, очень скоро вы увидите чистую Индию. Мы позаботимся об этом. Ну, конечно же, наибольшее участие в этой программе принял мой сын. Вот посмотрите, вот этот вот участочек я очистила. Тут у меня Артур любит играться. И я очистила этот участочек от камней, от мусора, от листьев. Вот, но еще работы очень много. Вот там еще много грязи. Это нам еще предстоит сделать обязательно. Мы с Артуром все это почистим. Вот видите, мы этим периодически занимаемся. Потому что неприятно смотреть на грязь, и просто не хочется, чтобы ребенок игрался в грязи. I'm very like Mataran, really. It's a very nice place, very good natural. I feel very good. I like India, but in India very big traffic in city. Mataran very quietly place, really very good. And after this is city, this place very clean. Now really very clean. Okay.
Так, ну все, дорогие мои, буду закругляться. Посмотрели, куда все уходит, посмотрели, увидели общественные туалеты в деревне, увидели новый общественный туалет, увидели мусорки. Конечно, тема, наверное, не очень приятная была. Простите меня, пожалуйста, кому было неприятно это смотреть. Ну что ж, это жизнь, дорогие мои, что ж делать? Никуда от этого не уйдешь. Оставайтесь вместе со мной, и следующие темы будут гораздо приятнее. Индийская деревня – это не только грязь и мусор. Так что увидим, еще много будет красивых танцев, обрядов. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.